Машина перешла на ночной режим. Загасила дневной. И видите, как виден, как видно освещение. Вот так вот. Она так щелкнула, и там сможешь связь менять. Что я еще хочу заметить, это центральное зеркало затемняет свет от сзади идущих машин, не слепит. Это боковое зеркало также не слепит, и боковое водительское не слепит. Очень удобные функции, просто очень удобные. Особенно когда ночью идешь по трассе, постоянно машины, постоянно слепят, обгоны и все такое. Тут, как вы видите, ничего этого нету. И это радует. Вот так это все выглядит в сборе. В сборе все. Клипсочки, мипсочки, все это хурда-бурда. Так. Так. Так, 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 так. Так, я... Так, 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 так. Мимо идет. Мимо. То надо было бы бить. Так, 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 так. Я сейчас в туалет схожу. И поеду снимать. У меня в гараже довольно-таки тесно стоит ЛС 430, ну и, естественно, 570. Поэтому парковка, выгон автомобиля, дело такое внимательное. Итак, мы с вами подходим, беремся, открываем, загорается подсветочка. Это очень хорошо. Загорается здесь подсветочка Lexus. В салоне загорелась. Открываем. Lexus зажегся. Подсветочка, мелочь, приятно. Здесь у нас в салоне также свет зажегся. Садимся. Ручка помогает нам в этом деле. Сели. Заводим. Нажали. Здесь тоже, видите, есть подсветка. Нажали на стоп. Это зажглось. Раз. Нажали, да? Теперь... Все зажглись огоньки. Мелочно приятно. Теперь смотрите, выезд у нас довольно-таки сложен. Здесь ограничение. Здесь ограничение. Сзади ограничение также у нас. Значит, что мы смотрим сюда. Переключаем назад. У нас появился вид задней камеры, куда мы рулим с вами. Теперь смотрите, что здесь. Я тронулся.
заработал парктроник. Колеса, видите? То есть я ухожу от препятствия. Ухожу. Все. То есть вперед у меня пройден. Остается зад. Видите, по зеркалам, как это все происходит. И на мониторе. Потихоньку, не спеша, опускаемся. Машина перешла на дневной режим. Подсветочка, видите, загорелась. Ага, у нас здесь есть. Значит, осторожно съезжаем. Пройдено. Разворачиваемся, потому что там упремся задом. Потихонечку мы выехали. Все, есть. То есть вот эта вот функция с колесами мне очень и очень нравится. Показывает, куда мы будем ехать. Паркинг переключаем в остановку. Так, это у нас с прошлого раза еще остались различные. Наши. Хотя мы будем сейчас телефон подзаряжать. Бардачок. Довольно-таки просторный. Можно всякого туда положить. Кстати, вынули мы диск. Диск мы вынули, раз его нету. Ну, это хорошо. Закрываем бардачок. Закрываем ворота гаража. И поедем дальше делать съемку. Садимся как влитой сразу же. Кресло подогнано по моим размерам. И это хорошо. Отчетчики. И поехали. Так как я поменял кресло, то мне в первую очередь хотелось бы немножко о них и рассказать, что это такое, как они работают и движутся. И теперь начинаем рассматривать наши кресла. Вот они какие наши кресла. Значит, здесь увеличена опора для колен. Вот она. Подголовнички. Стали чуть выше. Сама спинка чуть выше. Боковые поддержки. Ну и кожа, как мне сказали, вы помните, кожа выделана на заводе, который делает кресла для Мерседесов, Роллс-Ройсов, для
машин премиум класса в Западной Европе. Итак, вот он пульт. Этот пульт мне вначале не понравился. Почему? Потому что он, видите, немножечко съедает пространство. Пока она тут была жесткой, так сказать, задница ее не растоптала. Вот, то есть съедает сейчас пространство. Значит, что делается? Вот эта кнопочка. Когда мы на нее нажимаем, активируется подколенная подушечка. И мы можем, нажимая, увеличить пространство. В итоге коленки не висят и удобно ехать. Есть такое дело. Значит, вот это я не знаю, что делает. И вот это. Скорее всего, она ничего не делает. Далее, следующее у нас. Это поясничная область регулируется. Значит, вверх, когда мы делаем, она поднимается вверх. Вниз она поднимается вниз. Если вправо, эта область надувается. Если влево, она спускается. Ну, так особо не видно. Так, то есть можно отрегулировать по своей пояснице. У одного поясница выше, у другого человека ниже. Следующее — это боковые вот эти вот поддержки. То есть можно так сделать, что они вас охватят с боков и будут так плотненько держать, либо расслабят, ну, для того, чтобы у каждого спина по ширине своя и все нормально помещалось. Теперь у нас идет массаж спинки. Вот мы включаем. И если я включил, смотрите, вот я придавил. Если посмотреть, вот она идет. Выпячивание. Небольшой. О, видите? Работает, надавила. О, вот такой вот массаж. То есть он надавливает три режима. И так делает. Вот. Три режима этого массажа. Значит, первый раз нажали, это первый режим. Два раза — это второй режим. Три раза — это третий режим. И нажав четвертый раз, мы его выключили. Вот эта кнопочка отвечает за массаж сидушки, то есть наших ягодиц, которые устают в дороге. Нажали. Руку я положил. Смотрите, что получается. Медленно продавливает и также спускает. Ладошка ходит. Чувствуете? Вот она. И разминает в течение 10 минут ваши ягодицы, после чего отключается на 7 минут. И дальше можно опять включать. Повторное нажатие. И наше кресло успокоилось. Так. Что еще я хотел сказать? Это то, как работает музыка. Многие рассказывали о музыке, но толком никто не включал ее, не подключал и не демонстрировал. Сейчас я попытаюсь это сделать и показать вам, как это работает. Начнем с того, как подключается телефон. Для того, чтобы подключился телефон, мы должны нажать на Bluetooth. После этого мы можно просто-напросто подождать. И написано: телефон успешно подсоединен. То есть уже никаких настроек нам делать не надо.
И я отсюда сейчас позвоню сыну. Передача данных закончена. То есть передача данных закончена, все это сделано. Так, история звонков. Передача номеров закончена отсюда сюда. Таисия Степановна, Нина Малахова, это моя жена, она. Ну, я позвоню своему хорошему знакомому, который продает сейчас GX, Альберту. Нажимаем и ждем. Сигнал пошел. Хорошо слышно, как сигнал идет. Алло. Альбертушка, доброго здоровья. Как там у тебя? Все нормальненько? Да ничего, потихонечку. Слушай, я сейчас звоню тебе с машины. Все нормально слышно? Да, вообще слышно хорошо. Отлично слышно. То есть у меня сейчас телефончик подключился к машине. А, вы по Bluetooth, да? Да, по Bluetooth. Легко и просто с тобой разговариваю. Угу. Все, да, рад тебя слышать, обнимаю. Спасибо. Обнимаю. Все, посмотрю, что там хорошо. Хорошо, пока. Все, Альбертовска, до свидания, пока. Оп, вызов прерван, то есть аудио выключили. Попробуем посмотреть DVD. Очень интересная вещь. Значит, у меня отобраны... Ну, это мои любимые диски с песнями. Потому что на тех машинах, особенно на черной машине, через диск все слушалось намного лучше. А здесь, оказывается, радио выдает достаточно хороший звук. Практически я на слух особо не отличаю. А теперь я хочу опробовать, как работает DVD. То есть вот у меня мой фильм DVD, который можно показать, не нарушая чьих-то авторских прав. Называется он «Путешествие по Индии». В 2003 году я был в Индии. Итак, мы сюда вставили. Идет чтение диска. Угу. Сзади у нас два монитора, которые как раз через которые запускается DVD-диск. Так, насколько я понимаю, что тут надо сделать, или его запустить? Так, он запустится, нет? Пойдет, нет? Нет, так он не запускается. Это я делаю первый раз. Нажал, раздел, нажал название. Значит, что мы тут? Play. Главное меню. Смотрим. Главное меню. Ну вот оно же главное меню у нас. Чего? Меню, настройки. Настройки, главное меню. Как говорится, подзавис. Ну что, мы его вынимаем.